Сократить очереди в детские сады полностью в республике планируют в следующем году. Только в Чебоксарах в 2015-м намерены возвести два новых объекта. Чувашия вошла в список лучших регионов по созданию новых дошкольных мест. Сейчас Чувашию называют лидером и по расходованию субсидий, которые выделяются на ремонт и реконструкцию детских садов. Недавно это отметили на федеральном селекторном совещании в Москве, в котором принимала участие депутат Государственной Думы Алена Аршинова. В прошлом году в республике было открыто 15 дошкольных учреждений, ликвидирована очередность среди ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь стоит задача создать места для полуторагодовалых ребятишек. Для того, чтобы претворить эти планы в жизнь, был запущен проект «Детские сады детям». В его В рамках в стране было создано более 700 тысяч дошкольных мест. Накануне распахнул свои двери детский сад на улице Лебедева. И, как правило, мы стараемся следить за тем, чтобы введенные детские садики были недорогими. Поэтому и одновременно, чтобы отвечали всем правилам безопасности, и действительно, чтобы родители были спокойны, что... Детский сад, вы же знаете, теперь это еще и ступень образования, поэтому по Конституции бесплатное вот такое образование и в детском саду в том числе гарантируется нашим государством вот получение этого образования нашим даже маленьким деткам. Поэтому указ президента к 2016 году нужно выполнить. Я как федеральный руководитель вот этого проекта «Детские сады детям» очень горжусь Чувашской республикой, что Чувашская республика в числе лидеров по подготовке документации, по заключению соглашений, по получению субсидий и по расходованию.